Огнаться или принесенный откуда-то. Ну, так всегда разбирать, кто врагов искать, кто враг, кто решил отравить его. Вот, посмотри. Но, это не и 3 дня мы отправили молоком собаку свою. Отравленную собаку. Все-таки это начало подмазать. Пустина, уберем парной молоко и поем собаку. 3 дня назад собака отравили. Электролит. Глушков заблочно отравили. Что это? Это тазик выйдет. Ну, выйдет тазик. Это как этот, наливает, вот, похоже, да, да, как это. Ой, как его? Это я уже собрал, который аккумулятор носил, он не знает. Да-да, электролит, как электролит. Аккумулятор. Вот смотри, вот это вот, я оттуда сегодня почерпнул из этой, ну, она большая, как они, тюрики называют. А это вот. А это ты у голубей. Это голубей, которая ночью такой она стала. Вот такая, вот такая. А. Вечером я засыпал такую, утром взял такую. Ну, все понятно. Все понятно, кто-то. Ну кто? Что, большая такая? Ну это поймать надо теперь. Ну, раньше говорит так, если думать, то, то первым делом это Никита, Анфим и Венька. Ну да. Но Анфима уже вчера здесь не было. Уже он уехал. Вчера не было. Его не было. То есть у него не было, по крайней мере, так мы знаем. А-а-а. Ночью он был, не был, я не смотрел. Можно без себя перевести. Ну вот факт. Это я Михей сорвал, чтобы завернуть. Еще раз это есть. Вот так. Что это такое? Как? Ну, только отвести в лабораторию и на анализ. Ну, значит, что это такое? Это только так. Город передать в лабораторию химическую. Я это и сказал уже, батюшка. Сказал этому Васе и сказал Маше. У них там лаборатория. Ну, вот да. Это то, которое я засыпал. Вот оно такое все. Вот оно, засыпал, пощупай. А это то, которое оказалось там. Утром, когда пришел? Вечером я засыпал вот это она превратилась. Это я тазик вытирал утром. Ничего. Когда выла, а в тазик-то тазики там нет. Плавает. Нет. Чем пахнет? Не знаю, чем-то неприятно. Пахость? Пахость это какая? Это вот я голубя вечером засыпал, а утром такое оказалось у меня. Ну, Господь допустил. А? Господь допустил. Ну, это я знаю. Ну, а знаешь, что это? Это я уже не знаю. А знаешь, отчет-то дорогающий. Я говорю так, потому что... Замка нету. Замка нету. Вот, вот, вот. Господь говорит, вы эти замки держите, а надо духовно поверить. Вот, духовному раку уже не поверить. Я прихожу. А это будет для наших детей допускать нам. Вот и ты. Слава Богу, приду. Слава Богу, приду. Вот сегодня мы увидели, Паша стоит благополучно, хорошо, это да? Это Степа. Все, Степа, да? Вот. Да что значит Степа? Это Тасика, а Степа? Хорошо стоит. Пусть. Слушай. Другие подойдут. Ну, еще не подойдут. Слава Христу. Слава Христу. Вот. Если его поставили, это, сказали вот так. Ты поняла, что ты говоришь? Она сделала замечание в прошлом занятии. А это слово значит Божье, Богу угодно. Вошла в него благодать. И вот я тебе еще скажу, никогда Серафиму не ставь впереди. Слава Христу. Кто меня держит? Одержу. Вот. А ты с меня снимаешь благодать и своей души понять не дашь. Да как? А когда? Не, пример. Слава Христу, я вижу, что благодать Божия держит ее. Павел апостол, приходит целый ряд людей, которым надо подражать. Послание к ним. Зачем он пугается? Никакой благодати не снимает, слава он нажается. Да, все видит в человеке. Слава Христу. Я ее пример поставил, что она не садится, стоит. Она говорит, меня благодать. Она боится, что ты поставил, похвалил. Может ей гордость подойти. Может человек все это подойдет. Я тебе хочу сказать, я махну рукой, выходи домой, без себя я буду говорить. Ну опять же ты говоришь. Нельзя никак. Апостол Павел приводит пример. Святые приводят пример. Святые примеры приводят. Слава Христу. Слава Христу. А потом Серафиму говорили. Слава Христу. Слава Христу, что Серафима не садится. Во-во-во-во. Вот я и знаю, что я про это не говорю. А не то, что тебе слава. Ты какая слава? Так, Игорь, погоди сюда. Вот то, что я высыпала, это из бочки, вот во что она утром превратилась, это я вытер тазик. На улице выбросил, а теперь нашел. Понюхай. Скажи, что это такое может быть? Это
пока не чувствуется. Ну, Алена фыркает, воняет. Резкий запах. Воняет, но чем масло не пахнет. Вот она такая, вот такая вся у меня. Это твои отходы. Дай мне чуть-чуть. Чуть-чуть, куда? Это я вывалил голубям, они не едят ее, плавно. Туда никуда не ложится. Предположение сделали с аккумулятором. Может, вот масло не пахнет. Но запах есть, ну, я не знаю. Это вот, я пройдем тазик. Какой-то резкий. Может, это тазик я пройдем. Возьми, понюхай, подойди. Ну, еще? Еще понюхайте, возьмите, пожуйте. Батюшка, как можешь с аккумулятором? Не мажется. Масло, я руки мыло, мой, оно скользит, еще не может. Я вот не раз бумажку. Не солидол никакой? Нет, солидол. А я нюхал, нюхал. Ну ничего не мажется, как будто не масло. Это я тазик вытягиваю. Как аккумулятор или солидол? Пушкова нет, он сразу не масло. Это машинное масло. Нет, это не масло. Но главное, что я выпалил. Это соляная кислота, это электролит, я на язык попробую. Это что-то такое, вот это такое резкое. Электролит, скажем, с аккумулятором. Это не масло, это не солярка, не бензин. Понюхай, пожалуйста, вот это вот с чем пахнет? Это мне. Понюхай. Нужно знать. Это вещество оказалось в пшенице. Вот такая была засыпана. Электролит. Вот такая правильно. Электролит, да? Да. Это что-то такое, похоже, резко. Потому что... Кислота. Кислота какой-то. Так, ну еще можно все? И она после этого в окно смотрела, меня увидела, опять приглашает. Вот какой народ есть. Значит, это гостях. Давайте запишем. Книга «Сирах», 30 глава, 30 стих. Вы дома выпишите, оставьте строчки 2-3, потому что поскорее пройдет. Вот бывает, человек пустил кого-то на квартиру-то, а потом он ему говорит: у меня брат приехал в гости. Ты
хвалить. Как это обидно бывает. И он об этом напоминает. Это было примерно 400 лет до Христа, до Рождества Христова. То есть не иметь своего жилья, это участь незавидная. Одна, которая потеряла дом, ее спрашивают, что вот, вот вы живете с утра до вечера, просите милостыню. Какой момент самый печальный в войне бывает? Она говорит, когда я прохожу, уже стемняется, я милостыню прошу. И бывает, шторка не закрыта, и я вижу, как люди расправляют постель. А у меня своя постелька была когда-то, свой уголок. Я не могу без слез смотреть. Как я ее любила, заправляла, как покрывала была подушечка. И ничего нет. Я сейчас ищу картонку, как он в Индии. И на картонке располагаюсь, или в коробке какой-то. Поэтому, имея вот эту постельку, каждый день благодарите Бога. И у меня когда спрашивают, вот, ну день-то хороший у вас, а какой день самый такой приятный, когда я уже все, помолились вечером, я откинул положок, лег, протянулся и говорю, слава тебе Господу, дорогая моя постелька меня опять встретила. Ну да чего же хорошо, а рядом у меня навалены тут рубашки, у меня весь гардероб около головы лежит здесь. Подушка здесь, я этим доволен. Дальше. Премудрость Соломона. Нету такого стиха. Да, Тихонич. Премудрость Соломона. Сирахова неправильно, нету такого стиха. Знаете, я место не указал, найдете сами. Ибо надежда несчастливого исчезает. Исчезнет. Ну, несчастливый там надеется, будет там. Как прах, уносимый ветром, и как дым. И как память об однодневном госте. Премудрость что там? Премудрость Соломона. Голову стих просто упустил. Ну это по поисковику могут найдите в течение одной секунды. Это быстро ищите сегодня. А Сираха не совпадает. Сираха 30 глава, 30 стих. Нет. Ну значит ищите тогда 31, это интернетная версия. 31, 30 стих. Нет. Дальше или ближе. На одну главу там расхождение начинается с какого-то главы. Посмотри. 30 стих, 29 или какой? 29. Ну, 29 глава, 30 стих. Удались пришлец ради почетного лица. Нет. Там брат пришел. Брат пришел ко мне в гости, дом нужен. Вот это есть. Какая глава? 29-30. В интернетной версии где-то глава начинает переходить. Вот у нас, допустим, 150 псалмов, у католиков 151. Один псалом, это 9, делится на 2. И дальше, а потом опять сходится. Дальше. Значит, память об однодневном госте мгновенная. Вот что интересно, есть такая книга «Дидахи», можете записать. «Дидахи», на нее ссылаются очень часто, называется «Учение 12 апостолов». «Учение 12 апостолов». И у них там такое было правило, а тогда было много бродящих проповедников, они приходили. Если он живет как гость один или два дня, это настоящий проповедник. А если остается на третий день, горите его в шею. Это лже, неправильно. Так, если он просит хлеба, дайте ему хлеба. Если просит денег, горите его в шею. Это такие правила были. Но это считать подложное, но оно существует. Нужно учиться принимать гостей. Странников. Гости это странники. Иные гости бывают родные, близкие, а бывают в гостях у меня никогда этот человек не был. Я только услышал. Вот они приехали сейчас с Казахстана. Я их не видел никогда, но мы приняли как гостей, они приняли крещение, гости были из Германии, а нынче мы в Германию поехали, у них побыли. Гости разные бывают. Евреям 13 глава, 2 стих. Страннолюдие не забывайте. Ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелу, гостеприимство. То есть приняли как человека, а потом вывел, что ангелы были под видом человека. А он принимал, кормил, но они видели, что ребята на самом деле этого не было. Где это известно? Считаем. Мы просто должны сразу сослаться на это. Вот. Бытие, 18 глава, 2, 10 стих. Книга Бытия, это первая книга Библии, когда Авраам принимал странников, и он даже не знал, что это ангелы были. Дальше, 19 глава, 1-8 стих. И там продолжение этого идет. А мы себе запишем еще такое. Некоторые принимают
как ангел. Вот сегодня Игорь читал послание апостола Павла. Мы сделались позорищем для ангелов. И все спрашивают, как это, ну, понятно, для неверующих, но не нас, не какие-то люди такие, позорище, но как для ангелов? Ангелы – это люди, которые живут ангельски. Все посылаю ангела перед тобой, ангел называется Ангел-креститель. Пророк Малахи прямо его называет ангелом. И он приготовит путь перед ангелом. Ангелом называется Христос. Ангелом называются ангелы, которые служат. Ангел-хранитель, с детства. И ангелы, падшие с неба, демоны, черти. Тоже. Это все ангелом называется. Видите, четыре момента, где нужно уметь разделить. И вот дальше мы читаем. Третья книга Царств, 17 глава, с 10 по 16 стих. Пророк Илия идет по сожженной по его молитве стране. Он сказал, дождя не будет, пока я не помолюсь. И 3,5 года нету дождя. Скотина валяется, люди умирают, нету. И он сам есть, ничего не имеет. И подошел к языческому городу Сарепте, а женщина там дрова собирает. И он говорит, ты приготовь мне поесть. Она говорит, да у меня там одна горсть муки в капке. И там стакан масла. И когда она пошла, говорит, сейчас приготовлю, два полена есть у меня, сыну моему, и мы ему умрем. Он говорит, ты сначала мне приготовь. Люди говорят, какой он эгоист был все-таки. А это испытание. Он сказал, и говорит, если ты сейчас приготовишь, принесешь, то в капке мука никогда не перестанет, пока не будет, по слову моему, дождь. И масло она будет брать, черпать, оно не убывает, как стояло. Вот такую бы флягу вам и мёду-то имели бы. И чтобы черпали, продавали, оно не убывало. И так и получилось. И она приняла его как ангела Божия. Гостеприимство оказало такое. А Господь однажды евреям это и привел. И говорит, скажите, вы считаете себя спасенными евреями, а почему Илья был послан в Сарепту Сидонскую? Это Сидон, это страна. Сарепту. А не к евреям. Там еврейских вдов было много, много евреев было, которые хорошие были. Почему? Это вывод-то один, что никого достойного не было. И почему во времена Елисея от проказа исцелился язычник? А почему не кто-то еврейский какой-то, раб Божий, который ходит молится Богу Иегове? Почему? Евреям это так не понравилось. Это третья глава Луки. Они его схватили, Христа, и повели к обрыву, чтобы свернуть и разбить. Он показал, что вы, евреи, хвалитесь, а вы нисколько не лучше других. Это примеры. Дальше мы читаем. 1 Петра 4.9. Это Новый Завет. Апостол Петр говорит, будьте странно любивы друг к другу. Друг к другу. Без ропота. А дальше написано с нежностью. Вот вы живете в другом селе, и к вам наши люди доезжают на улицу, сколько, я вам 10, наверное. Да, вот, а им надо выехать на трассу. Они доезжают до Урывки, у вас уже стабильного Геннадия Павловича оставляют снегоходы и дальше едут. Так было? Не у меня. А? Почти у них. Я не понял. Ну не у него оставляли, у зятя. У зятя. Я не знаю, зятя, все равно, у вас не было зятя не было. Я не знаю, поэтому. Вот, это странно принципа. Это большая помощь. И перед Господом это, как говорится, зачтется. И может быть Господь за это добродетель откроет путь Царства Небесное, когда вы уверуете. Вы этим людям передайте, скажите, вы большое дело делаете. Дальше. 1 Тимофею 3.2. 3.2. Вот человека нужно поставить в епископы. Ну, а как выбрать-то? Ну, у нас, братья, ну, определенное качество. И одно из качеств, но епископ должен быть страннолюбив. Не так, что закрытый, я лег, 300 лет до меня лежало, или же я никого не вижу, не знаю, никуда не пойду. Нет, ты найди нуждающегося, пригласи его к себе. Прямо говорит, епископ должен быть страннолюбив. Я спрашиваю, а вы таких знали епископов? Мы к архимандритам не могли попасть. Я сижу сейчас в другой прихожей, подарить книги архиепископу и получить благословение. 1,5 минуты он так и не принял. Мы приезжаем в Болгарию, в Софию, нам негде ночевать. Мы говорим, нам ничего не надо, ничего, нам нужно только забор, где мы к забору могли встать. А утром сходить в туалет, у нас вода, хлеб, все есть.
выходит диакон, как гора, ну, сантиметра полтора больше весом, громадина такая, рядом архиепископ. И мы ему рассказываем, они говорят, ну, у нас тут не принимают, вот тут где-то русский храм недалеко есть, вы в него идите. То сидите и грейтесь с миром. Я говорю, нам негде, только переночевать до утра, мы в Грецию дальше едем. Это бесполезный разговор. Нас отфутболили, мы поехали, а там закрыто, ничего нету. Мы теперь надо выехать из города, где-то остановиться, на городе да нельзя, штрафуют. Вообще негде остановиться, это столица Болгарии. И я не знаю, Виктор, я, может, недопонимаю. Мы, кажется, спросили перед красным фонарем, светофора. Мужчина-то, который с матерью или с женой, нас вывели. И к нему обратились, а он по-русски разговаривает. Ну, болгары хорошие люди-то. И сказали, нам нужно выехать из города. Мы не знаем, как выехать, это огромный город. Выехать из города и где-то притулиться там, ну, к какому-то Макдональду или какому где кормят, столовая. Ночевать надо. И он говорит, езжайте за мною. Ехал, 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 вывел нас. А потом давай названивать. Кто примет, никто не принял. Мы просим только вот такой вот участочек, вот когда, около забора, снаружи, чтобы нас полиция не тронула. И мы теперь тащим, а утром в туалет садим. И туалет, это невозможно никак жить. Так никого не нашли. А там нашли где-то заправку, и там кормят дверь, и тут стоят машины, а там далеко остановки, и мы туда стали, и нас не видно. И мы тогда тут даже утром обед приготовили. Вот. А собака моя ничего не боится. Я стал с ней подниматься, кусты рядом, тогда назад. И собака вышла, а тут он сунулся в кусты, назад шарахнулся, там слышу, что-то шипит. Может быть, змея какая-то. Я туда сказал, не ходите. Нам даже в туалет сходить некуда, мы идем с лопаткой по закону, чтобы ничего не осталось. И утром совсем рано, прибегает под мальчишка один там, ну какой, может лет 16, и говорит, вы тут стоите, тут нельзя стоять, надо уходить. Это уже его послали. Ну, я говорю, подождите, надо уходить. У нас воды нету. Мы берите банки, ребята. Банки набрали, это по 5 литров, штук 6. И пошли, пошли. А где окошко, они там продают обед дают. Я говорю, мы из России, воды надо нам, воды надо. Она там половина поняла, другим сказала, как они забегали, воды залили нам, дали, благодарят еще. Понимаете как? Вот казалось, безвыходно, и мы безбедно ночь провели в тишине. А машины как раз идут, мотоциклы, а мы прям... Вплотную почти здесь. Я и собаку выгонял, и в туалет нашли, и воды достали. Вот как Бог делает. И оказались странно приимными те, которые в Макдональде. Это такая организация, которая везде рестораны разные имеют. Так, 1 Тимофею. 5:10. Значит, епископы ставить надо узнать, принимал ли он странников. Не принимал, кандидатура снята. Вот сейчас патриарха, когда выбирали, они сказали, патриархи, можно избрать кого? Они говорят, того, кто имеет опыт канцелярской работы не менее 25 лет. Дальше, должен быть не меньше, чем митрополит. То есть все данные, которые есть у Кирилла. Но они не сказали, что патриарха может быть избран тот, кто с КГБ сотрудничает 30 лет. Они еще один не назвали, но по нему еще и выбирали. Поэтому апостол Павел туда попасть не мог, Петр туда канцелярской работы не знал, административной, он бы не попал, я бы туда не попал, никто, а он туда попал. Когда избирали Тихона, то бросали жребий. Три кандидата. Один кандидат набрал там 153 голоса, второй 100, а третий набрал всего 50. Ну и вызвали там вот такой схи, там слепой монах. Ему там, я не знаю, как в шапке или как, это три. И он руку-то залез, помолились, достал тихо, которого меньше всего за него голосовали. А больше всего за Антония Храповицкого, а тот за границу поехал. А вот Кирилл, он на это не пошел. Он знал, что не дома будет вытянуто. А тут уже с Путиным знается, хорошие, все, и люди все были недовольны, даже священники. Почему он не прибег к тому, что по жребию выбирали апостола, выбирали Матфея там, и жребий пал на него, патриарх на это не пошел. По жребию. Корнилия, Адриана, по жребию надо выбирать. Нам Библия говорит, а они так, у кого больше сторонников, конечно, больше у того, кто кричит, ничего не делает. Крикуны там, Долговы, Устинова, они больше всех шумят. Дальше. Вот 1 Тимофею 5:10. Говорится, что странноприимная должна быть вдовица 60 лет. Если она принимала странников, умывала ноги. Ее надо записать
Я говорю, а куда записать-то? Ну, кто говорят, в деканиссию. Какая деканиссия? Песок из нее сыпется. 60 лет деканиссия. А куда? На иждивение в церкви. Кормить и поить, допаивать ее будет церковь. И одно из качеств, что она принимала странников. И вот, допустим, готовая встать на иждивение у церкви, 300 человек, и начинает смотреть, воспитала детей для Бога. Да нет, дети, они в церковь не ходят, молятся, в субботу вечером не приходят, во вдовицу не попадет. Церковь кормить таких не будет, чтобы дети для Бога были. Второе, умывала странникам ноги. Умывала ноги? Свои-то ни разу, может, не помыла среди недели. Дальше перечисляют. Странников принимала. Вот теперь Ахавой она принимала. Она страноприимная для всей церкви. Мы сейчас протокол прочитаем. И апостол Павел их выдвигает. Перед всем миром называет. Не боится. Благодать не отнимается, увеличивается. Этому человеку начинает подражать. Подражать, потому что он хороший. Ему еще больше подражать будут. Это добро разрастается. Значит, четвертая книга царств. 4.8. Елисей ходил в город Санам, и там была одна богатая женщина. Она его заметила, и к мужу подошла, и говорит, тут мимо нас ходит человек, это святой человек. Давай ему комнату построим отдельно. И они его построили, поставили столик, там компьютер, ну, может, тогда и не было компьютера. Все как надо сделали. Он придет, ляжет. И вот однажды он подумал, как трудно мне было, я ходил ночевать негде, то под лодкой, то где. И женщину эту позвал, слугу Гиези, и говорит, сходи за ней. И говорит, тебе что-нибудь надо? Я могу сделать. Она говорит, а зачем мне? У меня все есть. Муж у меня есть. Живу среди своего народа, меня никто не угнетает. А слуга подсказывает, детей у нее нету. Детей нет. Вот она хочет ребенка, а ребенка нету. И он ей сразу пообещал, ребенок будет, будешь качать на руках, как Саре сказали. А она поняла, что он обманывает. Но через год она качала ребенка, и вы знаете, что с этим ребенком было? Когда отец на поле работал, он пошел, и голова была не покрыта, его солнечный удар ударил. Она его принесла домой, и он умер. И она тогда ему этому, Елисею, когда пришла и сказала, зачем ты мне ребенка-то дал, ты когда он умрет, ты просто горе мне сделал. Ну, а наш послал слугу и говорит, иди, скажи, чтобы ребенок встал. А слуга пришел, я говорю, вставай, а ребенок лежит, умер, еще он встанет. Он вернулся, он не встает, успокоился. Он сам тогда пришел и над ним распростерся, рот к рту, глаза к глазам, лег на него. И ребенок чихнул, встал и пошел. Это Библия нам говорит, интересно? Это кино-то поставь, как это было бы. Тут бы все плакали и чихали в зале. Деяния апостолов. 16 глава, 14-15 стих. Деяния, это Новый Завет. Там была одна женщина, Лидия, она торговала, ну, в киоске, сказать по-нашему, багряницей, красной материи. Тогда большого разнообразия не было. И вот она, когда слушала Павла, как он проповедовал, как Христос пришел на землю, как он умер, как Господь всех призывает, и за тебя, и за тебя умер Христос. И она поверила и покаялась. Но она на этом не остановилась, она была очень активна. И тогда она подошла к апостолу, а где вы ночуете? Да мы дальше идем. Нет уж, если вы признали, что я Господу угодно, то зайдите ко мне. Она главный козырь выставила. Если вы меня признали, что я угодно Господу, почему я вам не угодно это? И зазвала их к себе, и они у нее остановились. Лидия, Лидия звать. Вот такая прекрасная Лидия оставила такой пример. И говорит, живите у меня, и убедила нас. Это Лука пишет. И Лука у нее ночевал, и Павел у нее ночевал. Я не знаю, где этот дом, его бы по камушку сегодня растащили. На святость, на амулеты. Второзаконие, 10 глава, 18 стих. Ну, можно даже 10, 19 взять, 19 сказать, 10 глава, 18, 19 стих. Господь говорит, любите пришельцев, которые приехали к вам, потеряя какую-то урывку, как гости, ищите их. Ибо и вы были когда-то пришельцами в Египте. Вспомните, откуда вы пришли, как первый день было трудно, коровник построили, наша мама в коровнике тут жила, спали, ничего не было, первую корову варила, но урывки купили. Ну и было все. А потом какой-то свинарник там ломали, оттуда доски наши привезли. Книга Бытие.
Значит, мы это прочитаем. Так, Исаия 58:7. Книга пророка Исаия, 58 глава, 7 стих. Раздели за голодным хлеб твой и скитающийся бедных введи в дом твой. Сделай их гостями. Вы знаете, как у Льва Толстого рассказ на это написан, как одной женщине было видение, что Христос явился и сказал, сегодня я приду к тебе в гости. Это фильм сейчас поставили такой. Ну и она начала туда все чистить, посмотрела, и там паутина, и тут. Она уже с ночи рано, уже пироги стряпают, поехала на урывку меду, купила 3-литровую банку, уж я угощу его как надо. Все. Ну, приходит солдат на одной ноге, деревянной. Там просит милости, знаешь, мне не до тебя сегодня, у меня такой дорогой гость, ты в другой раз зайди уж. Ну, отошел солдат. Парнишка там попался, пирожок стащил. Ну, поймали этого Кирилла, под затыльник дали ему. До следующих веников помнить будешь. А один человек заступился, надо там копейку за него дать, к ней. Да не могу я сейчас вам заступаться за вас, я жду редкого гостя, вот такой хороший гость. Ну и третий раз одна вдовица, солдатка, его забрали, она с ребенком, покормить надо, и мне ничего не надо, мне вот маленько только молочко подогреть. Дорогая, я понимаю, сама мать была, но ну не могу я сейчас, понимаете, наследите тут на полу. До вечера, никого нет, и вечером, как она добилась, легла спать, значит, Господь не явился. И ночью он явился и говорит, почему же ты меня не приняла? Я 3 раза к тебе приходил. Под видом вот этой женщины, под видом вот этого мальчишки, Кирюшки, стащившего пирожок, под видом этой солдатки, брошенной вдовицы-то. Как она рыдала, это сейчас фильм поставили, притча называется, православная. Значит, принимать надо, разделить голодным хлеб твой, разделить надо. Иов 3:19. Если я видел бедного, без покрова, я принимал его, Иов говорит. Иов 31:32 дальше. Иов 31:32. Странник не ночевал на улице. Двери мои я отверзал прохожему. Потом сам себя хвалит, походу, уходит. Ну а как показать? Да его обвиняют руку и говорит, какой он и есть. Дверь моя была открыта для них. Откроем мы дверь. Мне однажды пришлось встретиться, один человек медом торгует и жалуется, говорит, покупателей нету. Мед нет. А ты делай, как я, говорю, у меня здесь есть слово, слаще меда капель сота. И мы нынче на 4 миллиона подарили книг моих, мой тут, а в прошлом году 3 миллиона 150 тысяч. Он мне отвечает, да не все же такие-то. Ну хоть маленько как-то раскошелься, найди нуждающегося, веди в дом твой. Дальше. Судьи, книга 13:15. Был такой Мануэль, жена, и сказал Мануэль ангелу, Господню, позволь удержать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка. Не приготовим, а изготовим. Мне до того интересно, какой перевод. Изготовим, как будто бы из воска слепить надо. Я перепроверил, нет, изготовим, везде стоит, изготовим. Вон ангела так приглашал к себе. И он тогда, ангел согласился, ну ладно, уж свари. И он взял сварилку к жене, принес, поставил. Но ангел не ест, ангел растер жезл и пламя, пал, и все пожрал, пал пламя из посоха. И он тогда испугался, упал лицом на земле. Погибли мы, не погибли, остались живые. Так, книга Левит. 19 глава, 34 стих. Это мы берем все из Святой Библии. Что о странном принципе говорит Слово Божие? Левит 19:34. Пришлец, поселившийся у вас, люби его, как самого себя. Это в Ветхом Завете говорится. То есть все, которые люди будут приезжать на тебя, поселиться, а это может завтра быть и не один, не два, а много больше. Вы готовы принять этих гостей? Маленько потесниться на дорогу, мало, которые могут. А это может быть. Сейчас Господь повернет сюда жезл свой-то, и люди потянутся. Еще, да я не могу, я привык, у меня детишки, вот, я не могу, да у меня бывает там,
Вот гостей у меня родственники прибывают, раз в году приезжают. Прими. А ресторан устроиться сами начнут. Ты заранее уже приготовься, когда люди приедут. Меня сейчас спрашивают, вы даете объявление о потерянии. Да раньше еще не знали. А потом было в аргументах, вот Глушков приехал по этому. Те, которые люди новые были, тоже по Комсомольской правде, по радио услышали. У нас рекламы нет никакой, никто нигде не знает. Мы дорогой ехали, а многие даже не слышали. Я захожу, никто нигде ни разу не слышал. А тогда я получил первый год 1500 писем разрешения приехать. 1500. Разрешили двоим, остался один. Да и тот наполовину усох. Книга Матфея, Евангелие. 25 глава, 34 стих. «Был странником, и вы приняли меня». Вот как он принятый ты был-то, в ком? Они говорят, а где мы тебя видели? Они его не узнали. И 25 глава, 40 стих говорит, «Так как вы приняли одного из малых сих верующих меня, не бродяг». Надо знать, кого принять. Вот это самый главный вопрос. Как обращаться с гостями, я сейчас подкажу. А это просто места Библии. Римлянам 12.13. Когда человеком говорит, что у человека есть какие-то таланты, и таланты эти надо умножать, мне неоднократно говорили, а у меня таланта никакого нет. Ну как, ну вот она поет, вот она, что я, не талант. Блин, дочка поет на клиросе. А у меня, говорит, таланта нет никакого. Я уборщицей была в храме, да, свечки зажигала, а сейчас это отняли. Я говорю, а какие другие таланты? Ну, батюшкой быть. Я сына хотела, в семинарии не приняли, он плохо учился. Говорит. Ну, не подходит. Ну, а какой еще талант? Ну, а какой талант? У другого талант жена рожает много. А этих детей приготовь для Царства Небесного. Это тоже талант. Талант странноприимства. Ревнуйте о странноприимстве. То есть, очень надо желать, Господи, я так хочу принять. Ну, так охота мне принять. Талант плакать. Плакать не от обиды, а за горе людей, чтобы Господь жалился, чтобы увидел. Выпроси у Бога слезы эти. Ефрем Сирин выпросил, у него под глазами были борозды. Для него было плакать, как для нас дышать. Он за тем вопросом, который люди говорили, он видел концовку и плакал. Люди задают вопрос, ну а как вот он, о пришествии Христова, второе, как это будет? Он несколько дней плакал, он видел, как небо разверзается, Сын Божий сходит, как гробы открываются, как огненная река течет. Он плакал и плакал, братья, не спрашивайте, это страшно, мертвецы все встают. Вот что, какой дар бывает у человека. Слезы. Слезы. Выпроси у Бога. И когда человека, я там близко уже познакомился, я говорю, ты когда последний раз плакал в молитве-то? Он сказать даже не может. Слезная молитва в скорбях о близком, о падшем, об отступлении, о том, что страна разваливается, что правители только коррупционеры грабят, тащат к себе, разграбляют страну, уничтожают население. Тебя почему сердце-то такое жестокое? А мне какое это всех дело? Я о себе думаю. Вот за это ты ответишь. Что только о себе думаешь. Апостол Павел говорит, ревнуйте. То есть, я очень хочу получить этот дар. Я всегда обращаюсь, когда к людям с этим, то у меня, если кто-то новый, наши люди, вы меня просто все знаете, боитесь, молчите. А когда новые люди, то они мне смело говорят, а ты сам выпросил у Бога такой дар? Ну, как правило-то. А странно примется. Я говорю, просил, да и, как говорится, пожалел. Господь так мне дал, что я ключ от дома спрятал, дверь открыл. Бомжи все приходят с вокзала, недалеко от вокзала, ночуют у меня. Вообще дверь не закрывается. Вот что-то сделали с тобой, мне охота всех принять. А комната одна. Одна. Не кухня, вместе с кухней, с мастерской. То все, где я магнитофонами занимаюсь. И на все, про все 12 квадратов. И 80. Но комната разбита на плацках. По 3 этажа. Приходили, ночевали. Я одного встретил, он пришел на посещение адвентистов, он подошел ко мне, здоровается, благодарит, я говорю, кто такой? Я бомж, я к вам приходил ночевать. Вот что Бог делает. Проси, да, знай. Я просил у Бога, да, слез. И Бог внезапно открыл, я не могу остановиться. Я плачу, стою, мне Библию дали. Я плачу, стою, уткнулся в одежду, вокруг собрания, меня зовут, ну выйди, ну скажи слово в ответ. Я не могу сказать. Бог дает такие слезы, что, кажется,
линолеум размокнет. День и другой будешь в слезах. Организм начинает усыхать и кажется обезвоженным организмом. Бог дает преизобильно, не меры. Любое. Ты вот живешь так и говоришь, а я не могу, как вот вы делаете там. Десятину-то не платишь из того, что продаешь. Ты вор, вор перед Богом. Ты десятину должен отдать священству. А если не отдаешь? А ты просил у Бога, я просил. И мне Бог сразу положил отдать 9 десятин. 9 на дело Божье. Да как будешь жить на двух, трех работах работал. И мне не стыдно обернуться назад. То есть что вы мне спросили? Я просил. И Бог дает не меры, написано, не меры. Ты хотел пострадать? Вот тебе полной ложкой. Бери, страдай. И теперь ты пойдешь. Я больше всего не любил из насекомых клопов. Но до того не нравится. А таракан — это порядочные животные. Это не то, чтобы как Шариков шел слоны. Что я не понимаю? Это коты. Он душил их. Так и здесь. И меня помещают в такую камеру, где клопы друг за друга цепляются, вернисты друг за друга. И падают на тебя. Нигде нельзя уйти. И специально сделали такой, на которых лежать, с краплениями красного мрамора. Ничем не отличишь эти вкрапления, он весь такой, свет такой. Да еще он неровный, клопа не задаешь, он там в этот попадает. И на тебя валится. Весь покусанный, я на шее затянулся. Лег около туалета, около двери, чуть-чуть. Кое-кое как освобождение. И когда пришла комиссия, спрашивала, что вам надо? Я говорю, клопов не надо, а так все ладно. Тюрьма есть тюрьма. И меня перевели тогда в милицейскую камеру, где сотрудники милиции сидят. Один жену убил, другой сотрудника убил, застрелил там. У одного в машину не садился, он в спину ему выстрелил, и все. Значит, что Павел говорит? Ревнуйте о странном приимстве. Ревнуйте. Не о тех, которые приезжают, устав нарушают, родственники, а люди, которые ничего не нарушают, они действительно нуждаются. Это у них перекладная база. Отсюда они пойдут дальше. У меня неоднократно было так, что приезжаем, и тебя на разрыв тянут. Одни ко мне, другие ко мне. Но первый, кто пригласил, я пошел к нему. А у него ребятишек больше всего. И после подходят и говорят, ну неудобно, у него там, ну пошли ко мне. Писание говорит, не переходите из дома в дом. И я у него до конца и был. И оказалось, что я там нужен. У нее 4-й ребенок, она забеременела. Врачи говорят, родить нельзя, умрешь. Марфа плачет, мы с ней молимся, Саша на работе, город Пенза. Приезжает баптистский проповедник с бородой, с Туркмении. Он ее осмотрел, врач, и сказал, рожать невозможно. Вы погибаете. Вот она пришла, снова плачет. Игнашенька, что же мне делать? Я говорю, Марфа, рожай. Умрешь, значит, твоя такая. Она родила его, Павлом назвали. Пацан замечательно. После этого, это 4-й ребенок, после этого она еще 7 принесла. 11 ребятишек. Так что ты 6 семью, ты еще не на вершине стоишь. Вот как. Его так и назвали Павел, а его звали, говорит, это Игнатьев ребенок. Я говорю, тут смысл-то можно разные вложить, еще толкует. Римлян 16:23. Вот, послушайте, какое. Апостол Павел говорит. А где моя Серафима-то? Вот, я на нее считаю, повернулся, а Юрий, ты что, я выгнал, что ли? Нет, я почему? Так она сидела тут. Свободный был. Вот чудо какое, смотри. Это в Житиях святых такое есть. Отец зашел, а ее посадили туда и назначили, раз ты не отрекаешься, поэтому воины, идите, насилуйте ее. И воины в очередь становятся. Один изнасилует, второй заходит. Третий. А получилось, что первый зашел христианин. И он ей говорит, мне-то все равно страдать, а тебя Бог спасет. Дал ей плащ, она переоделась, а он в ее одежду. И остался. И следующий-то солдат, когда зашел, насилует-то. А там мужик, что Христос говорит, воду, вино. Я говорит, знаю, чтобы женщину, мужчину, я такого чуда даже не слыхал. Да куда я себе такое чудо? Сидела бабушка, я говорю, глянул, никого нет. Я сразу Жития святых вспомнил. Павел говорит, приветствуйте Гаи. Гаи. Гаи и краткое. Гаи. Приветствует вас Гаи. Он приветствует с ними. Странноприимец мой и всей церкви. В Библии больше нигде такого не читал.
А спроси, много ли сегодня гаек этих? Гаек много, а гаек много, нет? Почему в честь этого Гая никого не называют-то? А все Володя, Витя, Миша, Валера. А в Святцах по стандарту. Гай. А в Святцах-то не называют. Нет, а в Святцах Гай-то есть? Ну неужели нет? Конечно есть. Вот я спросила, говорю, почему Иоанна? Пришли к гробу Мария Анна, батюшке своем. Он говорит, а в Святцах есть я и... Ну, не знаю, как. Есть обязательно. Нет, Иоанна у нас нет. Что, так. Иоанна нет? Есть как нет? У нас нет. Ну, у вас. Кого нет? А я и говорю про нас. Иоанна. Иоанна? Да. Ну, как, есть? У нас нету. Он мне ответил, в Святцах нет. Ну, не канонизировали. Нету, не называйте. Ну, миноносицы. Я... Как их канонизируют? Кто их канонизирует? Миноносицы. А я откуда знаю? Жены миноносицы. Я говорю, вам. Валя. Имя такое. После Пасхи третий. После грамотности своей. А Олимпиада, у нее там знакомая соседка, говорит, родила девочку и говорит, Диной назову, ну, православная. Да. Пришла, говорит, так, Дина, а батюшка православная говорит, сейчас тебе собачье имя. И не стал говорить. Да это не собачье имя, но оно не канонизированное. Святой с этим именем не было. Ну, это понятно. Меня больше всего удивило, и когда я занимался Святцем, я тоже занимался специально, я могу сказать, сколько женских имен. Я священников спрашивал, они не знают. Я говорю, а сколько храмов во имя Иоанна, во имя Покрова? Я все посчитал. И у меня статистика, это выставлено к истинному православию. И я нашел, что женских имен округленно 250. 250. Из них, которыми пользуются сегодня, 33. Все. Таня, Маня, Света, Люда. Все, все только вот поэтому. А чтобы назвать вот, лепестимия, нигде ни одной нету. Ну вот, у Алешки теща крещена Анисия. Да. А всю жизнь в паспорте Лариса. Ну вот видишь как. Ты посмотри, какие красивые женские Лариса. Имена. Красивые имена. Прямо. Но у русских вообще не понимают. Называют, как звать? Римма. А Римма это мужское имя. Инна. Инна тоже мужское имя. И священник говорит, так вы парня крестите или девушку? Да вот она стоит. Так это мужское имя. Ты открой Святцы, ты посмотри. Нас учить надо. Приветствует вас Гаи. Я удивился, когда в Святцах не нашел Ездры. До того мне это удивительно было. Ездры нету. Более знаменательной личности в Ветхом Завете нету. Это его на первое место ставить надо. Никто столько не сделал для сохранения Библии, как он. Он собрал Ветхий Завет. Он народ вывел из плена. Это он. Он строит храм, отстроил город, защиту. Перед царем пошел ходатайство с Неемием-то. И его в Святцах нету. Угу. Я долго искал, почему его нету. Я нашел, это монахи. Они это записывают, и так как речь связана с Библией, поэтому они его не записали. Больше никак. Библия главная враждебная книга была в течение тысячелетий. Больше ни с чем не находится. Я долго искал, почему Библию на русский язык не переводили. И наконец нахожу у митрополита никакого-то. А известнейшим, вот таких как у Говора, у Феофана Затворника. Библию на русском языке народу нельзя давать, сразу будет революция. Я так ахнул, да какие слова-то умные. Люди поймут, что они Богу не служат, они не знают Бога. Писание-то совсем не так учит-то. Библию переводить нельзя. Библия, вот самое правильное отношение к Библии у старообрядцев. Я нашел это. Они прямо сказали, Библию считать нельзя, сходят с ума. И поэтому кто-то скажет, а я говорю по Библии. Да нет, пошел ты со своей Библией. Геннадий, да это на урывках сказали. Ну, не на урывках. Так, ты Сережу Мусинова знаешь? Ну. Но. Ну кто он тебе? Ну какая? Володин брат. И живут не где-то, а в центре старообрядчества Белая Креница. И оттуда приезжают и все рассказывают. Да там хорошие отношения были. Вот он здесь. Так это не урывки. Это общепринятое. Это и православное такое-то. Но здесь пошли дальше. Если баптисты говорят, как в Библии написано, а старообрядцы – Библия. Ну это нельзя считать. Пошел. А православные просчитались. Они сказали, Библия от Бога, а дальше ничего не сказали. Поэтому изданные Библии баптисты перекупили и говорят, а вы Библию признаете? Ну как, батюшка говорит, Библия хорошая. Они-то по Библии открывают и смотри. Вот картинка, есть уста не говорят, глаза не видят, крылья не летают. Так это же про иконы говорится, это идолы. У православного шарик запутался. А что делать? Да идол, что делать? Посмотри, Илья, сжигай и прочие иконы сорвали, сожгли. То есть очень просто.
Я поэтому позицию старообрядцев считаю самой правильной. Поэтому нет Библии, все кончено, никого, никто старообрядцев никуда не пойдет, ни фашистов никуда. У них мертвая зона. Причащаться нельзя ни с кем, от причастия отлучим. Главное, ни с кем не молись. Пьешь, ты упал, страх у самолета священник. Это не главное. Главное, ни с кем не молись. Давай я сразу принимся. Я сразу принимся, говорю, кого нам принимать? Не подсказывай. Сразу принимся. Мой сей церкви. И ты вот примешь такого в дом, староверного. Вот. И он тебя наведет порядок. Я принимал, в прошлом году принимал такое. Я повторяю, Библию из дома выкинет. Не выкинет. И против Библии настроит всех людей. Поэтому мне легче возиться с баптистами, с адвентистами седьмого дня, легче с лютеранами, с католиками. Их страноприимство мне приемлемо, и я их принимаю. Так он еретик, он Библию признает. Я с ним беседую, он в моем доме делается православным. А когда он не признает Библию, вот они на улыбке. Я с ними беседую, улыбки. Я говорю, ну смотри, как Библия это. А что ко мне? Библия дальше, это баптисты с ней носятся. Мы едем по улыбке. Едем в Шарщина. И впереди идет женщина. Мы догоняем ее, и Игорь говорит, вот он, за рулем сидел. Я говорю, Игорь, маленько тормозни. Я впереди ее выйду, ей Евангелие подарю Новый Завет. Не помнишь? Ну, еще спрашиваю. Вот. Он притормозил маленько, женщина идет, широко шагает. Я остановился, говорю, мы приехали к вам, и вот, даю Новый Завет. Ничего мне не надо. Я сама дальше, ты ее, я вперед забегаю и говорю, мы Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Я же вам сказал, я держащая, никаких Новых Заветов мне не надо. Так это в урывках было? А? Это в урывках было? Это в урывке было, мы держащая. Это я помню, в урывках было. Я держащая. Все. У нас в храме занятия по Библии идут. Я говорю, когда? Когда? Ну сейчас, как? Сейчас. Дети, вот. Сейчас. 200 лет в руки не брали, гнали. Вот сейчас. А благодаря чему? Кто их раздолбил-то? Еще разобраться надо. 200 лет и Библии не было у них. Ну вот. Ну вот и все. Я встречаюсь, у Александра Ивановича Нового Завета не было. И вот сейчас вышла Тоня. Ну, его жена и вышла, говорит, вот и Новый Завет, который вы нам подарили, она фотографируется с ним. Это передовые люди, старообрядчество, они не имели. Они не знали. Я привожу, да, это не конья, не перепортили, неправильно. Это не где-то. Это в доме Александра Ивановича, собравшийся лучший старообрядцы. Я открываю блаженного Фафилакта, да это все не коня не перепортили. Это мне уже сам Александр Иванович говорит. Ты-то попозже туда пришла. Я там раньше был, когда еще Евангелия не было. Так, Гай, страноприимец мой. Это означает, Павел был у Гая. И всей церкви. А какой церкви? Это послание к римлянам. То есть всей вселенской церкви, кто бы ни приехал Гаи. Когда я работал в Латвии на корабле и учился на штурмана высшего мореходного училища, и попал первый раз в дом баптистов, первый раз. Я перешагнул через людей, мне в кино надо было идти. Меня выскочил за мной и догнал меня Михаил Александрович Еремеев и пригласил к себе. И на следующий, видимо, раз я пришел к нему. Вот это страноприимец. Если к баптистам приезжает 100 человек за год, то из них, ну, не меньше 70 у него останавливается. И я сразу попросил у Бога, Господи, дай мне такую же судьбу, жизнь, как у дяди Миши. И он дал подкупил. Только у него была блокада Ленинграда, он там был зенитчиком, а у меня тюрьма. Все остальное одинаково. Мои двери для всех открыты, и такое же Бог дал страноприимство. И что я не возьму, все один к одному. Молитва была услышана, и Бог мне это дал. Поэтому Бог для меня это не эфемерное что-то, а живой Бог, который слышит, который отвечает, и который сразу отвечает, и который дает закрепиться на завоеванной позиции. И как они их принимали, как я у них жил. Тит 1.8. Опять про епископа. Но страннолюбив. Должен быть страннолюбив. Проверьте своих силуянов. Если они под это не подходят, батюшка, тебя рукоположили неправильно. У тебя не было главного качества. Не было веры евангельской, не было страннолюбия. А только свои. А ты скажешь, да ну что считать всех? Очень просто. У меня жена Надежда Васильевна Шарина в девичестве. И там приехал епископ Алипий, митрополит. И она в окошко зимой подошла
и стучится. Кто такой? Да я Надежда Лапкина Шадрина, я митрополиту. Тишина. Она снова стучится. За ставнями свет погас. Она хочет побеседовать с митрополитом, сказать, что мы оклеветанные, несправедливо с нами поступают. Запертые высокие ворота, не зайдешь. Она снова стучит. На улице мороз трескучий. Никто не отворил ворота, никто ее не принял, никто не допустил до епископа. И он тоже сидит скрытый. Это страннолюбие? Да, давай, странное. Ни под каким видом. Что она съела, подняла от него какой-то старообрядческий кусок? Нет. И сколько она не стучала, бесполезное дело. И знает, кто пришел. Ее мама Надина там у них прихожанка. Надина родная сестра, одна и вторая там у них прихожане. Бесполезное дело. Свирепость старообрядцев не поддается описанию. Ни одного сектанта я такого не встречал. Нигде. А я уже имею опыт большой в этом деле. А как? Слово Божие. Страх Божий может размолотить. Когда нас оклеветали, а потом приняли, и уже в коридоре Евгений Бабков встретил. У него сколько ребятишек-то было? 9 сыновей, наверное. У Евгения Бабкова. Ну, один какой-то там, говоришь, знает. Он поедет внезапно на машине. Машина вот так идет его, а с той стороны несется Татра. И она пересекла там кустарник и вылетела, а не под Татру у него с этой стороны. А он сидел и там сразу его убил, а шофер живой остался. Это из них самый, может быть, грамотный старообрядческий был. Но я допустил ошибку, мы дружные были. Я поздравлял с Рождеством, со Спасой, и кому баптистам письмо написал, то положил на его конверт. И он увидел, что я баптистов называю братьями. Это мне не простит ни в этом веке, ни в будущем. И отлучили нас. Но когда мы приехали теперь, за нас отлучили того священника, который там еще был, Морозов Павел. И нам уже бумагу дали, что приняты. И он нас встретил, Евгений Бабков, а он, отец его там работает в канцелярии, в коридоре уже встретил, на выходе. А вы что здесь были? Да мы приходили, с Надей стоим. Но отлучение сняли, оно было незаконное, ничего там не было. Я увел молодежь, баптистов, никого не увел, нигде не подтвердилось это. Никуда не ходите, стойте здесь. И побежал переиграть назад, чтобы нас снова отлучили. То есть свирепости старообрядцев никакого конца нет. Это даже не лютые волки, а что-то подальше маленькое. И вот примею, вот и говорю, странноприимство какое. Очень простое. К вам приехали баптисты этим летом. Эти баптисты из Табунов, я так понял. Правильно? Они приезжали в прошлом году и остановились прямо напротив, там, где мы находимся. Мы вышли, Володя все заснял. И такие люди, как правило, а что вы нас снимаете? А я не хочу, а вас я никто тут и не спрашивает, тут хозяин я. Вы сюда приехали, я и снимаю. И они успокоились. Мы с ними беседуем, я подарил им книги. Книги в общей сложности это на 80 евро. Это деньги. А книги ничего нет. Теперь я побываю туда, мы едем по Алтайскому краю. Мы звоним всем, ни под каким видом они нас не приняли. Ни под каким видом. Никто звонит, его отец Александр Александрович. А Игорь, мать там баптистка. И они не приняли даже на встречу. Даже поздороваться. А мы их засняли, все показываем, как дружески расстаемся, они удивлены, что люди православные, знаете, важно. Нынче они приезжают. И мы не знали, как здесь. Они говорят, нас не снимайте. Сразу указание от батюшки на клапана. На каком основании? Да Герема тайно там снял что? Я теперь уже вижу, как одеты. Ну, прилично одеты. Платочка, косы у них. Они не видать. Там гармошка у них, там баян. Играют, поют там. Вы зачем дали им здесь говорить-то? То, что они говорят, мы это знаем и не забыли. Он ни одного слова не может сказать то, что мы не знаем. Это редкие гости. И сказать, вы хотели слово сказать? А о чем хотели сказать? О Христе. Мы о Христе знаем все. У нас 300 томов фолиантов святых отцов. Златоуста. Вы считали? Не считали. Вы к этому добавить ничего не можете. Вы наши гости. Послушайте. Скажите, вы от церкви можете сказать? Христос глава, но голова не одна. Еще есть тело. Тело церковь. Ну, 1.18 Колоссян. Давайте о церкви побеседуем. Вы здесь хозяева, это ваши гости. И музыку заказывает хозяин, и все перевернули. И они вот здесь вот находятся, здесь я вижу Христос воскресе. И он говорит, говорит то, что мы знаем, это у нас ребенок знает, Никита знает, Анфиса знает. Он ничего не может открыть, у них богословия никакого нету.
А вот самый момент был такой. И все бы это было заснято. И теперь бы мы, может, установили с ними дружбу хорошую. Да ничего нету. Ну, поговорил, хорошо, там, Серафима принесла помидоры или что-то, дала огурцы. Ну, на этом и все. Там, Женя в это время вышла, поприветствовала. Ну, с Галей не познакомили только. Тут полное согласие было. Икон нету, кресты сняты, а посты не соблюдают. Это любимые друзья были бы. А баптисты – это прекрасные люди. И им нужно дать понятие о церкви. В моем доме пришел ни один, ни два баптиста. Ни один, ни два. Вот ее мама не пришла бы, и она бы не была православной. Ее старшая сестра не была бы матушкой, женой священника православного. А мама ее пришла в нашем доме, в моем доме. А отец баптист. Из всех сектантов, какие есть, они 21 тысяча названий теперь говорят. Самые, которые я знаю хорошие, это баптисты отделенные. Строгие. Это из отделенных приехали. Ни в брюках они, ни крашеные. Это прекрасные люди. Но понятия о церкви никакого нет. Нулевое. И когда начинаешь говорить, они любят Библию. Я по Библии открываю, когда церковь создана была. Мы беседуем, и до 4:30 утра так вставали. Из беседы. А начинали вечером, засветло. И пожалуйста. Отец Геннадий Фас из Менонитов пришел при такой беседе. Я могу называть, показывать этих людей. Ты принял гостей. Это гости наши. Ты в первую очередь помолись и поблагодари Бога. Говорят, с еретиками нельзя молиться. А ты не молись с ними. Ты Богу молись. И на еретические мысли аминь не говори. А если это правильно? Вот они приехали. И ты стал на молитве, и они рядом. Стоите на улице, тебе икону надо поднести. Или без иконы можешь помолиться-то. Как идолопоклонники. И теперь скажи, Господи, я благодарю Тебя, что хорошие гости к нам приехали. Не воры. Не разбойники, любят Библию, но они не знают о церкви. Господи, я так рад, что такие хорошие гости к нам приехали. Во славу Твою прошу, пусть они порадуются у нас. Аминь. Это Твоя молитва. Я не скажу аминь. И теперь прочитай Отче наш. И они аминь скажут. Больше не надо ничего. А если баптист будет говорить, нет никакой Святой Троицы, ты на аминь не говори, ты с ним не молился. Вот смысл-то в чем. Неужели Отче наш баптист считает, а я не могу сказать аминь? Ну что, смеяться-то? Он молится правильно. Баптисты во всем православные. Они не понимают, что нужно рукоположенное священство. Мы, например, ставим старообрядцев. У старообрядцев не было священства, у Кержаков. И они искали по всему миру, и нашли митрополита Амвросия. И теперь у них белокреницкая иерархия законная, рукоположенная. Епископы, священники. Вот наши здесь вот сидят старообрядцы, а они от них. Это наша, мой дед там еще был. Но сказать вот Агария, это Семен Сисков, ну и ее отец, она как и Степан, первый здесь вернулся, старообрядца. Они нашли, баптисты не ищут. Но когда мы с ними много беседовали, они решили искать. Отправили своих людей в Голландию, они говорят, в Голландии сохранились. Нету, в Германию вернулись, нету. И куда они пойдут, нигде ничего нету. И с этим вернулись, говорит, нигде не нашли. А Лютер перешел, Лютер монах был, не священник. А священник – это не епископ. Вот батюшка наш священник. Но поставить священника другого за себя он никого не может. Это делает только епископ. То есть були только матка может рождать чего? Только матка. Епископ – это матка. Вот как. Теперь вы приняли друзей, и нужно сказать, приняли вы их хорошо, но неправильно, превысили их полномочия. Снимать, не снимать, решаете вы. И никогда не разрешайте людям командовать. Вот здесь приехал Афонин, милиционер, майор, Евгений Николаевич. И с ним офицер... Участковый местный. А? Местный участковый. Ну, местный участковый. И с ним приехал из уголовного розыска района, мужчина. Ну, подошли, Володя начал снимать, а вот здесь все с той стороны, крыльцо, заходи-то. А тот и шофер. А этот, Афонин ничего не сказал. Эй, вон фотоаппарат снимаю, а этот на видео. Ну я не знаю, что он сказал, разрешение не давал, ну как шарик, а может я разрешение на операцию не давал. Так это. Я говорю, а мы никого не спрашиваем, а там мы дома находимся. Вы можете это мне запретить только в вашем кабинете, больше нигде. Нас останавливает милиция, мы везде снимаем. Милиционер говорит, уберите камеру. На каком основании? Я продолжаю снимать. Ну он я вам устрою головомойку здесь. Что другое? Отобрал документы через дорогу и повел там, где его главный сидел. А наш идет сзади, все снимает. Он ничего больше не может. Пришли, а там начальник офицер сидит. Ну вот задержал таких.
Так, ребята, здесь снимать нельзя, это кабинет. Сразу погасили мы знаем, нельзя. Все. Теперь что? Кто вы такие? Он пришел смотреть, на каком основании осмотр делать? Вы предъявите какое-то требование, обыски. Почему нас остановили и обыскиваете? Я не в своей стране нахожусь. Вы объяснение дайте, что у вас? Операция, арест вольных или кого? Он не может сказать. А кто вы такие? Я сказал, показал документы, едем. Он на этого офицера сразу отпустишь. И все. Я сказал, откуда мы едем. С кем мы сегодня встречались, с какими писателями. Подарили Путину. Лукашенко, мои книги. Еще Рамзана Кадырова не было. Это раньше еще было. И он, тот начальник, махнул руку, а этот как наркотиками накачанный. Ну и я выставил в интернет и написал, бывает полиция и такая. Нам полиция, когда останавливала, вреда никакого не сделала. Вот так вот я сижу за шторкой, а он открывает, и а кто такой? А собака как рявкнет на него. Он отшатнулся. А что это такое у вас здесь? Ничего, мы везем подарки правителям, книги наши, так езжайте отсюда. Он стоит еще, он не ожидал этого. И нас везде проталкивают и проталкивают. Собака помогает. А бывало так, что захватили, но это уже там Божье. Тут уже посерьезнело все. Тут Божья Матерь, помоги, мы захлебываемся слезами. 9 часов в манеже в одном месте. Въезжали 6 часов в Азербайджан, а в привезе 9 часов. Ни в туалет сходить, никуда ничего. Зажаты. Все, все вытаскивать, перетаскивать его туда. Давай книжки перелистывать, о чем докажите. Я тогда трехтомник начальнику. В другом месте. Да вот, так они подошли, осмотрели, ладно, не осматривайте, никуда не отсети, складывайте на место. Так, откройте там ворота, там на пути, так уберите эту машину, пропустите их. Все. Это Господь делает. Если эти люди приедут сюда, это наши гости. Мы говорим о гостеприимстве, оно должно быть благоразумное. Павел говорил о времени не нашем. И тогда вот столько бродяг-обманщиков, специальные картели обманщиков, их не было. А сегодня так вот, просят люди там в метро, у храма, это зоны поделенные у всех, их крышует кто-то. Им оставляют на день, допустим, 300 рублей, а остальные 5000, которые за день задали, это все у них забирают. И у него целый трест таких, где сидят. Торгует, там, набирает на постройку храма, проверяет, они никто, совершенно. Бывает письмо, я мать-одиночка, ребенок с церебральным параличом, требуются большие деньги на лекарства. Ну помогите, вы же верующие-то. Ну, пошли проверять. Это студент третьего курса медицинского университета. Студент. Он сидит, письма рассылает, как будто бы он мать-одиночка и прочее. Люди ни перед чем не останавливаются. И кого ты примешь? А что вы так опасаетесь? Опасаюсь. Ко мне звонят. Днем. Ярко сияет солнце. На Никитина. Кто? Да мы... Ну вы откройте дверь-то. Тут через дверь разговаривать. Я говорю, ну говорите. Ну вот ваша жена была, тут что-то она пирожки стряпали, мы хотели. Ну вы что, то ли боитесь, что ли? Я говорю, да, я бы очень боюсь. Ну я одна. Женщина. Я... Нет. Я не открываю в окошко, смотрю, она отходит, и два здоровых мужика с ней. Вот и все. А я не открываю. А Надя бы открыла. Ей даже нужды никакой нет. Открывает ночью. Незнакомым людям. Я говорю, ты живешь за счет чьей-то молитвы только. Один раз прихожу домой, я узнал, были люди. Кто был? Ну вот открыла, я думала, что это ты. Ну могла ты спросить, я-то глухой 5 раз, ты-то не переспрашиваешь. Кто? Ну, 4 мужика зашли. Да 4-то мужика еще бы с собой сделали. Ну, они все фотографируют, начали смотреть. Да зачем же ты отпустил это? Ну, помните, внучка президента-то ему сказал, пошел, не открывай кабину. Там он открыл, он выхватил у него этот пригласительный билет кремлевской елки-то. И все. Не открывай. Мы сегодня тему проходим в гости. И вот здесь я так обернулся, а вместо вас сидит вот этот отрок. Я бы еще что-то, как-то, сделала женщина, сидела. Вот. Римлянам 16:23. Павел говорит, приветствует вас Гай. Гай, имя такое. Странноприимец мой, Павел, и всей церкви. Это надо распространять. О добрых людях нужно молву распространять, чтобы люди знали, что в настоящее время есть подвижники, которые делают правильно, и им надо подражать. Ну, в глаза трудно услышать, потому что похвала в глаза бывает как укус змеи. В
молодой свернулся, и учителей, больше хвалите детей, чаще хвалите детей, и учат так в университетах. Этого делать нельзя. Его сравнивать можно с самим собой, как в Японии. Вот она, вот я говорю, она плохо кланяется. Я могу сказать, знаешь, Василиса, ты можешь намного лучше. Тут в прошлом году как-то кланялись, они еще вообще у тебя все поклоны вот такие. И где Господи помилуй три раза, ты едва один раз и то. И на этом закончилось. Я должен сказать, что у тебя все данные, данные. Ты любимая все. И перед Богом стой, как свечки гори. Как можно садиться, когда человек в таком возрасте не садится? Я не буду называть. Почему? Как тебя не пробьет-то это? И мне всегда в ответ, а ты еще никогда не садился? Не садился. А зачем я буду садиться? Ну, после операции я должен был сесть. Мне нельзя, иначе шов расходится. И никогда. Мне интересно, а сколько я выдержу? Вот сейчас пришли домой, я еще не сажусь, пошел дальше. Побыл где-то, ну, сегодня сел, а так до вечера, чтобы не садиться. Организм крепнет от этого. Ты старайся, чтобы кровь тебе гуляла. Жить интересно, надо активно, азартно. Пришел в церковь, горит. Вот, чуть-чуть разворачивается, и там на веньке на место. Это как заколдованное. Я бежу, у скамейки надо там отпилить или смолой намазать. Тот сядет, рукой сидит, закроется до полслужбы, потом вышел и пошел домой спать. Я говорю, его не судите, это я такой. Когда долгая служба, я только что на ногах стою. А почему? У меня есть искусство спать стоя. А он еще не научился. Только всего. Так. Кто хотел бы ревновать о странноприимстве? Вы понимаете, меня спрашивают, вот сегодня пойдут к вам письма. И нужно будет принять, ну, 50 семей. Куда вы их примете? Ну, куда? Вот. А ты даже не рассуждай. Я тебе сейчас скажу. Когда начинали строить весной, у меня есть балерина. Нижний этаж, и второй этаж, и третий, все столы на весь пролет сделаны 1,80 м. Я заготовил 70 матрасов. И стол, который второй столовый, когда мимо кельи проходишь, корову будешь, это столовая. И она сделана 1,80 м, чтобы на столе тоже можно было спать. То есть мы не знали, сколько людей будет. Я закупил там 50 или 70 бурущих пил. Люди приедут, лопа, молотков, вот это сетка, рабица. Ну что только не было. И люди, которые туда приехали, я всем положил жалобы на разовые 30 тысяч, но сегодня я не знаю, с чем это сравнить. Для начала стройки. И на каждый месяц, чтобы можно было жить. При условии, если будешь уезжать, все это вернуть. Моя забота была всех, кто поселялся. А они оказались недостойны, сделались врагами, они против тебя пошли. Награда выше перед Богом. Добро на добро все отвечают, а ты добро на зло ответь. На зло. Ты вот не сумел удержать жену, она восстала против, она не любит тебя, она терпеть тебя не может. Перебори себя, окажи такую любовь, которая не была у нее никогда. Она должна увидеть тебя особого, светящегося, светом любви. Да она детей всех переманула. Переманула, дети против тебя. Корми так, чтобы еще недостатка не было. Еще пока еще жили. А как, я не знаю как. Ты, это твоя забота. И твои дети. Бог даст помощников, мысли по-другому заработают. Будь странноприимен. Но правило, чтобы наши не нарушали. Дети приехали, пусть будут, но заранее предупредили. Без платка, чтобы на улице не было. В тот же день обратно в машину отвезли. Они здесь выписаны, они переехали, в другой дом, все кончилось. Потому что они делают неправильно. Нарушают устав. Я маленечко расскажу. Я вчера с ними побеседовал, собрал с детьми. Я их отвез вчера. Назови по именам. Катя, Аня, Юля, Тася, Анфим. В том доме, который они купили, как они говорят. Собрал и сказал. Вот. Все рассказал. И последнее сказал, что вы, если приезжать, только в косынке и в поясках. Не скручено так платочек, так будет на голове? Нет. Катя говорит, в уставе про косынку ничего не написано. Написано только счастливые русские обычаи. Он все обещает себя. Понятно. Я предлагаю внести устав, конкретно. Не надо, унесли, мы не можем носить. Он в краевом отделе юстиции. А, очень. На весь мир известно. Но мы не можем устав. На дороге не делай аварии. Ты знаешь, сколько когда можно приложить, не делай аварии? Нет, у нас было собрание осенью, да, или весной, деревенское. Я предложил, чтобы внести устав такой, чтобы вообще категорически запретить всякие жельные травы. У нас написано. И
И мы добавили... Мы не можем это, обстановка меняется. Мы написали, что самовольно ничего в деревне не сжигать. Внутри деревни. Если случится что-то где-то, заранее оповестить всех людей с разрешения старосты вокруг ведра воды, люди, что были с инструментом, без ветреной погоды, весной или осенью, там оговорок насколько. То есть пожар не может быть, но бывает именно такая необходимость, что я даже не знаю какая. Наш устав правильный. Его не надо менять. В Америке принята конституция 10 тысяч лет. Ну а поправки они дают. Но у нас поправки никакой дать нельзя. Там все обдумано. Игорь, во сколько ты увез их? А? О, да я во сколько? В 2 часа, во втором часу мы отсюда уехали. Во втором часу? Да. Дня? Нет. Да. Я к концу слушал. Катя не главное, остальные как? Ну, все выслушали, сказали, да, мы сами уехали, все. Все, уехали, это конец. Да. Мы терпели, делали все. Они любят на этом деле качаться, да, это за территорией. Мы не можем устав нарушить. И жалко ребятишек. Я даже пришел к Игорю, вот к этому старости деревне, к батюшке, и говорю, сначала с ним поговорим. Давайте вот это дерево, которое посреди деревни, занесем в территорию его. Статус поменяем этому дереву-то. И огородим его, он будет принадлежать Глушкову, как бы, чтобы дети играли, как они любят на дереве. Но не было нарушений, там ни кощейки сделали. Ну, разумное решение-то. Он согласился, это согласился, батюшка согласился. Мы пошли, загородили, отдали, ушли, они больше не нарушают. Мы должны быть гибкие в этом вопросе. А не так просто, война объявлена и все. Мы должны отступиться. Мы отступили на расстояние этого дерева, но чтобы устав не был нарушен. Так она тогда умышленно их посылает из платка, вы не хотите, чтобы трясти. Благочестивая обычно, это заплетенная это должна быть. Платочки, не брюка. А я дальше сказал, что они будут делать. Он будет их, это Саша Тупуха жил, который. Он сейчас будет делать то, что сам умеет. И будет давать инструкцию ходить в оголенном виде. Развратник. Он другого не может дать. И он повел один путь, он снял кресты, сняли. Пояса не нужен, пояса надо платочки убрать. Батюшки хамите, они хамят всех, вот такой маленький. Батюшка его спрашивает, он писал на батюшку. А я первый задал тебе вопрос, не отвечаю. Десятилетний. Батюшка, я все мы старше тебя. Она совершенно потеряла направление. Она, они поносят его, как хотят отца. Он уезжает в город, и что он, она дома подает корову, 300 рублей платит. Вы слыхали такое? Он косит, ухаживает за коровой, уезжает, ему в город, а надо продать как-то. И за это он платит ей. То есть беспредел полный. Ну, он уезжать собрался. Я сказал, уезжать можно, я тебе поставлю. Это Чечня, южный народ, район с Дагестаном. Все, я нагрузился и сразу иди к Аксакалу. Я приехал к вам, чтобы помогли мне. Жена полностью вышла из-под контроля. Утром она будет ходить по одной жердочке у тебя. Вот. Другого я, мне кажется, не знаю. Для таких людей своя любимка у Бога. Они ее научат в один день. И она его будет любимой мой, кормили с тобой. Дети, станьте перед отцом на колени. Целуйте его башмаки, я не буду целовать. Они все хамят, просто перед лицом плюются. С Дагестана. Плохое место, при отце все ходили по форме, в церкви были, учились лучше, а тут сразу еще пошла и хорошее мнение, и все. Другие, которые знают, что это дом проклятия, продолжают ходить к ним. Василиса, это тебя касается в первую очередь. Ты сама, не замечая, полностью делаешься, как они, такой же отверженный. Уже молишься, как попало, лишь бы из церкви вывалились. Нельзя этого делать. Сказали не ходить. Я отцу говорил, мамке говорил. Я сам тебе говорю, что тебе не с кем играть. Вот он Лиза, вот Лиза. Да сиди дома, считай. Вы ничего не считаете, Библию не считаете. Вы ее не знаете даже. Ни одного вопроса еще не было. Не ходи, опять поволоклась за деревню куда-то, пошла там с Юлькой. Зачем тебе это нужно? Ты упражняешься всяким рукоделием, вязать, все уметь делать. Ты невеста, уже заневестилась. Это разведенки будут, они проклятые, они застоят отца. У тебя этого нет. Да будешь ты благословенна в потомках своих. Вот мой ответ. Вопросы? Кто-то желает по странам Кириллу что-то сказать, поделиться опытом. Я жил около вокзала недалеко. Вот как дядя Виша, недалеко от баптистского дома. Я недалеко, пешком ходил. Ко мне ночь, полночи, откуда только не ехали. Даже сказать трудно.
Легче сказать, откуда не были, от Камчатки. И друг другу передают, что около вокзала вот такой-то живет, простодырый, все двери открыты, и там можно ночевать, и вещи принять, и рядом с вокзалом не надо ждать транспорта вышел. Это Бог делает. И так прошла моя жизнь. А тебя обворовывали? Знаешь, может быть, обворовывали, я даже этого не знаю. Вот столько ко мне всего приносят, что даже не знаю. Пришла прокуратура, все, что можно было, сгребли. Ну, месяца полтора прошло, отец один приезжает. Да у тебя что, обыск-то был или не был? Был. Опять все полные полки. Опять. А сколько после? После этого у меня примерно 45 тысяч книг появилось. Тысяч томов! У меня никогда не было, пока меня не тронули. Как они меня тронули, у меня как будто бы с неба двери открылись, а на меня все сыпется. А она же стоит в церкви, у нас правило, в церкви не оборачивается. Я стою, кто-то стоит, еще клеет меня в руку-то. Но я не оборачиваюсь, он лежу прямо в руку. Я взял пакет какой-то, ну не взрыв же пакет-то, думаю, да. Кончилось моление, я поворачиваюсь, никого нигде не делал. А у меня редкие книги утащили. Такой был Владимир Иванович Ждарь, врач, который Пушкина принимал раненого, словарь Даля. И у меня это изъято было. Я домой донес, словарь Даля в двух томах. По сегодняшний день, и понятия не имею, кто принял, ни мои, ни, конечно, книги лучшие. Ты Богу открой сердце, и ты увидишь, какое изобилие будет отовсюду. Откуда мы не ехали, все будут в дом Садыша заворачивать. Это уже практика такая пошла. Оттуда бы кто не ехал, а вот доезжай ты туда. Ты открой сердце и ни на кого не ропщи. Мы говорим о странноприимстве. Господь может так и делать, чтобы у тебя был дом свободный и было кого принять. А в чем у нас заключается разница между странником и гостем? Никакого. Совсем никакого? Никакого совершенно. Странник – это гость, который передвигается с места на место. Так. Вот и все. Он гость. В данный момент он к тебе гость. Он зашел. Жди гостя. Странноприимец. Гай, для кого принимал? Родственников? И для всей церкви. Это странники, которые, бродящие проповедники, шли, останавливались, следующий день в другой город, следующий другой, назывались странствующие проповедники или бродящие проповедники. И на них вот это было, если два дня, настоящие все три дня, гони его от себя. Ну а если у нас нет различий, вот берут от слова «гость», гостиница. А на гостиницу пусть пойдет. Вот там русский храм, идите туда из Болгарского. Мы и говорили, проходили. Именно от слова гость гостиницы. Понимаешь, я тебе скажу. Вот у меня барышня типа, вот она знает, там была, Рома ее там у меня жил, сын был Давид. Вот. И мы ни разу не подумали с Надеждой Васильевной, что на кого-то перетолкнуть, у кого там лучше, у кого коммунальная квартира, никогда. И у меня на 18 квадратах, на 12 квадратах, 11 человек спали не на полу зимой. Не на полу. Конечно, скучно, да? Но зато сколько радости у людей было. Какая благодарность. У меня один пришел к баптистам, его фамилия Кустов, Леонид. Сейчас не помню, Величать Александр, что ли. У него пальцы скрещенные, фронтовик так это, поврежденный. И он вышел, в ограде стоит, и уже заканчивается, баптисты расходятся. А пресвитер был там у них, Никонов, Алексей Дмитриевич, ты это знаешь, может, его. Вот. И он говорит, братья и сестры, не забывайте, у нас гости, ну, понимаете так. А сам сел и поехал, он в другом селе там где-то был, в озерках или не знаю. Вот. И его никто не пригласил. Я подошел и говорю, пойдемте ко мне. А кто вы такой, сразу баптисты подбежали, то есть не ходи, это православное, это нельзя ходить. Он говорит, позвольте. Я стою, здесь уже последние люди выходят, меня никто не пригласил, а он пригласил. Зачем вы сейчас подходите-то? Я к вам пойду еще, а тебя пригласите? Нет. А зачем тогда ты меня перебиваешь? И он пришел, мы познакомились. И он мне говорит, знаете, я езжу проповедую, но у меня одно такое качество, если я в гостях не могу уснуть. Ну, беспокоюсь, что-то там поезд не ушел, бывают такие люди-то. Я говорю, ну, видно будет. Поговорили, поужинал, он лег спать. Я поставил рядом будильник около головы, он ему поздно ехал. Будильник гремит вовсю, лежит, спит, не может. Я разбудил, да что уже утро, я говорю, утро. Я думаю, вот так не спал. А у меня написано, ты огражден и можешь
спать спокойно, безопасно. Это у Иова. Андрей Долгов приехал и переписал, его ты не знал, что в Библии такое есть. Ты огражден здесь, мы помолились с тобой, мы ляжем. Я не люблю, когда лежат или в койке разговаривают, но с ним у меня именно так получилось. У него вопросы божественные. У баптиста этого, пустого. Он хороший баптист, прямо хороший. И он ко мне после этого всегда заряжал, да еще и другим рассказал, что у меня другие люди пошли. И у него много писем от него, и они у меня все переплетены на моих томах. Вот это странное приимство, самое настоящее. А как Бог усмотрит? Бог усмотрит. Потом я поехал в его место, и как он там принял их. У меня здесь... В основном люди, которые странствующие, они нуждаются в ночлеге, так ведь? Да. Значит, ночлег, это от этого слова производная ночлежка. Переспать. Ну да, переспать. А гостиница, это значит что-то большее, не просто переночевать. Тебе зачем эти тонкости-то? Ну, не знаю. Ночлежка – это для тех людей, которые живут на одном месте, но жить негде. И они ночуют ночь, ушли, а завтра опять приходят, опять просятся. И каждый день приходит. В ночлежке Гитлер жил. В ночлежке. Ночлежка строится не для странников, не для туристов, у которых денег нет. И государство, или кто-то взял на себя все расходы, люди приходят, там ночуют, их не кормят, ничего. А в гостинице там обслуживание, плата за это, ночлежки не платят, у них ничего нет. Вот это разница. У меня была не ночлежка, у меня гостеприимный дом был. Беседа духовная, я накормлю, и узнаю даже, в чем он нуждается. Однажды приехали в Потеряев, уже в Потеряевка строилась двое, я их принял. Но не на мой адрес вышли-то. Теперь надо Потеряевку отправить. Ну я-то не знаю, муж с женой. Вы нормально, приехали, побыли. Ну все, понравилось. Вот нам ехать не на чем. Я говорю, у меня денег нету. А они, у меня Надежда Павловна была, кажется, экономом тогда, комендант эконом. Они ее на вокзале встретили, у нее денег выпросили. Я говорю, ты же их не знаешь, давай денег. И ни денег, ни по сегодняшний день денег нету. Уже лет 10. Вот и все. Так что если ты сраным приемством занимаешься, как который цыгане из Панас все вынесли, думая об этом. Когда я стал заниматься компьютером проще, ко мне сейчас попасть чрезвычайно трудно. У меня сейчас я живу по другому графику. Если солнце коснулось горизонта, ко мне не стучи, я уже не запущу. Я всех предупредил. Мне нельзя. На мне сейчас навешано столько, сколько ни на ком нету. Во-первых, аппаратура, дальше что я пишу, какие материалы. Я веду занятия, допустим, в университете. Ну, я боюсь, что мое отсутствие меня ограбит. Что делать? Я на флешке снимаю главные материалы, с собой беру и иду в университет. Если случится пожар, чтобы не потерять данные. Я копирую людям отдаю на сохранение. Это книга, над которой я год сидел, и она исчезнет. Я его в разные конца копирую и отдаю. Бог сохранил. Так что сейчас я живу по другому графику. Я просто напомню, что бывают моменты. Один раз было так, ко мне кто-то пришел из Рубцов, приехали, варенье оставили, мы у вас были, вас дома нет. А ключ лежал там, говорит, на божничке, внизу, у двери. Они не знали, так я переживал-то сколько дней. Надежда Васильевна, ну ты же не знал, нехорошо, я не могу обмануть тебя, нехорошо на душе. Почему они мне не позвонили? Я ушел занятия в университете проводить. Прихожу, они приехали такую даль, они не дождались. Я на их месте, я вижу. Я виноват. Я думал, что взял дверь, открыл, да не стал запирать. Да кто попало мне, да кто попало были. Но воровать было нечего, у меня ничего нет. Воровать вообще нечего было. В первое время ночью у меня охраняла собака. Дверь приоткрыта маленькая, а на двери лежит ученая собака. Она встала, зарычала, человек сразу отпрягнулся, я вышел, кто такой? Гиргер. Вопросы? Ну все, поблагодарим Бога. Бога нашего, честнейшего.
слава тебе! Ты самый великий странник и беглец. Ты в младенческие дни должен был бежать в Египет и в чужой стране быть странником и пришельцем. И ты заповедал нам быть внимательными к окружающим нас. Господи, научи нас принимать тех, кто не имеет где главы преклонить. Будь то новопоселенцы, кому негде ночевать. Только знали бы мы, что это истина нуждающаяся, чтобы мы не были обмануты и посрамлены. Будь милостив к нам, просвети нас Духом Твоим Святым. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Так. Вот это все мы не знаем. Вот здорово, которое я нахожу. Вот здорово, Сразу определяешь. Почему мне пролить? А? Пролить. Твоё только есть?